Привет, дорогие друзья, привет, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы мои, отдельное вам здравствуйте. Ну что ж, поговорим о Лёле Быковой. Ребята, в этом ролике я э, хочу рассказать, как Лёля засрала человека, но мне удалось пообщаться с этим человеком, волонтером, помощницей, которую так засрала Лёля, и человек рассказал всю правду о ней. Чуть дальше в ролике будет продолжение именно рассказ да, этой женщины, то есть в течение ролика я все обязательно поведаю. Ну, начну, конечно, с самого ролика то есть с того что я хочу прокомментировать конкретно со стороны Лёли. лёля жалуется в очередной раз крыша куда-то уезжает поэтому необходим срочно мастер который эту крышу подрихтует оставит ее на месте в лучшем случае Ну, может быть хоть как-то она так частично деформируется но а, общая картинка будет нормальная. вы знаете для меня дико когда многодетная мамка кричит мне не за что жить у меня все очень плохо печально да тут кредит на машину тут нечем а, кормить животных но при этом дайте мне 6 к всего лишь на все, ну то есть реально это мелочь, да, для того, чтобы я могла а, пройти две консультации с психологом. Ребята, скажите, пожалуйста, кто в реальности может себе это позволить? Не в плане, да, отдать 6 к, а отдать их тогда, когда ты нуждаешься. То есть 6 тысяч, а по большому счету, это небольшие деньги, да, можно позволить себе консультации, но не тогда, когда а, у тебя все настолько печально, что ты бегаешь по дому, собираешь мелочь и а, заправляешь эту мелочь, да, там вот эти деньги к себе в бак. И то есть, получается, многомамка готова оторвать от своих детей, которым, кстати, там на карточке последние деньги практически нечего есть, и просто отдать их за консультации э, с психологом. И вообще, я так понимаю, хомяки э, в крайней степени уже растеряны. Они не понимают, на что нужно э, в первую очередь собирать. Либо Лёли на психолога, либо гасить машину. Тут же еще помощница нарисовала животные на грани голода-холода, потому что тонна зерна, в принципе, это ни о чем. То есть это нужно будет повторять и повторять эту процедуру. Там же были двери. Ну, короче, они уже действительно в шоке от всех аппетитов многомамки. И Лёля, кстати, топит за то, что всем необходимо, да, вот, кто чувствует, что нужна помощь психолога, всем обращаться к психологам. Это всем необходимо. Мне интересно, вот кто из хомяков реально по 6К в состоянии потратит, потому что, глядя на суммы донатов, которые ей переводят, ну, так, все, скажем так, очень-очень скромненько. Поэтому, конечно же, они массово скидываются Лёле на психолога для того, чтобы Лёля туда сходила и с ними поделилась всеми рекомендациями. И рассказала им, как дальше жить, бороться и не напороться. Но, как рассказала Лёлька, она, ребята, что-то за последнее время очень вымоталась эмоционально и психологически. Интересно, а когда эта многомамка не выматывалась? И вы знаете, ребята, для меня это тоже как-то странно, потому что, да, все мы подвержены стрессам при любых раскладах. Какая бы у тебя ни была счастливая да, семейная жизнь, как бы в твоем там уютном гнездышке не было все хорошо, все равно мы выходим из зоны комфорта, и при любых обстоятельствах мы поддаемся стрессам. Но как-то люди, да, самостоятельно умудряются с этим этими стрессами спасать, э, петлять да как-то вот выходить с этих стрессов справляться спасать себя от этих стрессов но только лёлке необходима помощь извне но Лёля сказала, шутки шутками, а помощь ей действительно необходима. Поэтому срочно готовьте бабло. И, кстати, тоже как-то вот непонятно. Тут же она кричит, что я пойду к психологу при любых раскладах, независимо от того, дадите вы мне бабла или не дадите. Потом она тут же кричит, что дайте, потому что не за что идти. И вот мне интересно, да, ребята, что же это за мама такая, которая реально отрывает эти деньги от своих детей и идет на психолога. Ну, то есть нелогично. Мы же не можем, если есть у нас какой-то бюджет, мы стеснены в средствах. Или там не до Бог, кто-то один из нас остался без работы. Может, не можем взять последние деньги, правильно, и отправиться к психологу? Но здесь идет такой вот, знаете, шантаж, манипуляция именно со стороны хомяков. То есть чувствуете свою вину, если вы мне не дадите бабла, мне придется эти деньги откроить, да, оторвать от своих детей, отнести к психологу, но все равно к нему сходить. Короче, Лёля при любых раскладах не готова ни в чем себе отказывать, ни в чем себя ограничивать. Ну а как она может это сделать? Она так и сказала, что я стремлюсь к лучшей жизни. Поэтому интересный метод стремления за чей-то счет. То есть человек продолжает сидеть на жопе ровно, но хомяки должны стремиться к тому, чтобы дать люльке и ее детям вот этот уровень жизни. Ну и, конечно, как рассказала сама Лёля, ребята, там внутри нее, я не знаю, сколько Лёль собрано, но все они какие-то травмированные, раненые, я не знаю, на всю голову, видимо, их 10 раз подкинули и ни разу не споймали. И вот такая печалька, это результат вот такого халатного отношения к себе. Лёля сама себя газлайтит. Ребята, сама себя человек, да, вот внутри прессует и прессует, не может себя оставить в покое. И когда она начала рассказывать, что у нее есть одна плохая черта, да, вот когда человек сам себя травмирует, я подумала, что ну, плохая черта, да, вот глядя на Лелю, это наглость, беспринципность, отсутствие уважения к себе, к своим хомякам, зависть опять-таки, да, жадность. То есть вот много да, таких вот качеств, которые собраны у Лели. А на самом деле она действительно подвержена зависти, потому что она смотрит, как живет кто-то, хочет жить так же, но при этом да рыбку съесть и на нахрен не сесть. Это действительно Лёлина жизненная кредо. И я вот когда она да, озвучила эти черты, думаю, ну вот по-любому человек начал объективно себя оценивать. Нагло отмороженная, ребята, я не знаю, там фреона настолько, что морозилка нервно курит. По поводу неуважения к себе и к своим зрителям, когда ты уважаешь свою аудиторию, ты не будешь постоянно у людей просить, тебе будут как-то, да, Понятно то, что у людей тоже есть свои проблемы. И, кстати, когда Лёлька озадачивает э, своими проблемами хомяков, она хоть раз поинтересовалась их проблемами, хоть раз, может быть, она в сборе каком-то для них поучаствовала. Конечно же, нет. Но оказалось все намного проще, и Лёля объяснила, что э, то, что происходит с ней, это просто она себя обесценивает. Вот такая у нее плохая э, черта. Лёля, ты изначально не имеешь никакой цены и никакой ценности. То есть изначально, поэтому обесцениваешь. Человек, который да вот такой никакой себя не может, цены и ценности не имея. Ну и дальше, ребята, начался обсер женщины, которая к ней приезжала как волонтер. Женщина из Москвы, женщина, которая парикмахер. Кто помнит ситуацию, где-то, наверное, год, может быть, полтора года назад у меня был уже обзор а, именно после общения моего с этой женщиной. Тогда я не могла очень многого сказать, я не хотела подставлять человека, потому что это происходило здесь и сейчас. И рассказывать, да, выносить на суд, скажем так, зрителя все то, что она мне рассказала. Но я думаю, время пришло, и можно уже это открывать. Тем более после того, как она прошла с катком по этой женщине. Она ее выставила каким-то полудурком, да, какой-то конченной, неадекватной. Даже ее дочь дала да, оценку взрослому человеку, что тетя не в себе и неадекват. Женя, конечно, очень адекватная и очень в себе. Точно так же, как и ее мама. И вы знаете, уникальный случай. Лёля так и сказала, что ее эта женщина так оскорбила и унизила. Лёля долго травматизировала, драматизировала эту вернее, ситуацию, крутила себя, накручивала, но Женя ее конкретно поддерживала. Тем, что тетя неадекватная, мама, забей на нее и пойди по жизни дальше. Интересные рекомендации от девочки, мягко говоря, немного странноватой. Это, кстати, тоже результат лелиного воспитания. А, так вот, когда молодая девочка дает, юная девочка, да, дает характеристику взрослому человеку, для меня это как по меньшей мере как-то странновато. То есть для того, чтобы да, давала девочка советы, ну, наверное, она должна быть постарше и по умудрению опытом. Но, как оказалось, абсолютно это не нужно. То есть Женя точно так же, как и мама, готова засирать всех и всюду. И как Люля ее начала засирать? Хреново она справлялась со своими обязанностями. Люля ей вообще не должна была за это, в принципе, платить. Ну, или платить намного меньше, возможно, какие-то штрафы к ней применять. Но Люля ничего этого не сделала. Еще и бесплатно привезла, ее отвезла и так далее. То есть все делала для того человека, а она, в принципе, плохо выполняла работу, она не справлялась с поставленными задачами и больше смахивала на волонтера. Так вот, я расскажу об этой женщине. Эта женщина действительно ехала к ней как волонтер. Она не являлась поклонником ее канала. Буквально накануне она начала ее смотреть и увидя да, вот эти Лелькины мотарства, вот эти Лелькины жалобы на жизнь, как ей тяжело, она ничего не может, депрессняк ее после родовой и так далее, человек в это поверил почему потому что ребята мы склонны верить да мы склонны сочувствовать сострадать помогать милосердие в каждом из нас есть и вот у этой женщины весь этот набор качеств естественно оказался и она недолго думая связалась с Лёлей и объяснила что готова к ней приехать помочь ей как волонтер изначально человек не ехал ни за какие деньги и он так и обозначил что едет как волонтер и когда Лёля сказала что эта женщина ее не предупредила это ложь, звездеж и провокация. Человек изначально обозначил, что едет просто на помощь бесплатно. Но а когда женщина туда приехала, она старалась так, как могла в силу своего возраста и, естественно, здоровья. На ней были дети, на ней была готовка, на ней была Лёля, которая вечно пряталась от своих детей, находясь на втором этаже. И, кстати, эта женщина рассказала мне, какая же Лёля на самом деле упаханная и упурханная, которая спит а, до того времени, пока хочет. Вероникой на тот момент маленькой занимались а, все дети по очереди, и эта женщина в том числе. А Лёля благополучно там покинул надавила в кроватке. А следующий вот такой интересный момент, да, общение между детьми. У детей нет никаких обязанностей, никакого абсолютно распорядка дня. У детей нет ничего. Взаимодействуют между собой, они тоже достаточно странно. Почему? Потому что есть в этой семье любимчики среди детей и есть изгой. И вот такой изгой у них был на тот период времени именно Данил. Ему доставалось больше всего, потому что, во-первых, Данил очень страдал после развода Жени Б. Он действительно очень хотел к папе, и мальчик как бы зажимался в себе, и а, добавляла, да, скажем так, сдабривал это все, конечно же Алексей. Часто мальчишка от Алексея получал тумаки. А, часто да, какие-то там оплеухи, давление на него со стороны взрослого Алексея, его могли наказывать. И то есть независимо от того, прав Данил, не прав, если девочки говорили, что Данил обидел, без разбора Леша выдавал ему, так сказать, пилюля. Девочки тоже э, достаточно хитрые, особенно Александра вот такая очень специфическая и своеобразная девчонка. А далее взаимодействие лелиных детей с э, животными. Это было вообще нечто. То есть там поднять животное с ноги было абсолютно нормально. Ну, и кстати, э, дети православной мамы, за словом, в карман тоже не лезут. Маты очень часто присутствуют у них в лексиконе. И человек рассказал, что многомамка, по большому счету, не занималась абсолютно ничем. Приходя после того, как она снимала ролик, она так и говорила: Мне нужно заниматься Ютубом. И удалялась в этот момент заниматься именно своим Ютубом. Монтировать ролики и так далее. Никто к ней в комнату не имел права зайти. Люля закрывалась в этой комнате. Дети знали, что ее тревожить нельзя, и при этом сидели на первом этаже. А с продуктами я расскажу, как тоже обстоит дело, когда вот многомамка а, колотит понты, как ее дети любят молочку и как одни это все поедают. И, конечно, самая главная задача ее хозяйства это накормить и обеспечить детей, но я вам расскажу, как пропадал элементарно творог, когда женщине было жалко этот творог, и она предлагала что-то с него, да, как-то его применить, что-то приготовить. На что говорилось, не заморачивайтесь, и вот эти тазы творога благополучно оказывались в кормушках у курочек, то есть они его клевали, и это было нормально. Холодильник, ну как, она не сказала, да что люлька его не забивает, но при этом сказала, что никаких излишков а никаких запасов там, в принципе, абсолютно нет. Все более чем скромненько. А, мало того, да, вот женщина контактировала с Данилом. Она сказала, что мальчик очень умный. Да, он зажат именно обстоятельствами, детьми, которые как-то его а, не воспринимают в этой семье. И а, тем, что развел, развелись мама и папа, потому что он действительно очень переживал и страдал на тот момент за папой. Не знаю, как сейчас обстоят дела. А далее человек рассказал, что пробыл там две недели, да, там а, ее вычитали Жене не понравилось. Женя тогда приехал жене не понравилось как она подстригла данила то есть он сделал замечание что ему это не нравится да и как бы в восторге от лёли она не была но ребята при этом при всем человек никак не позволил себе ее оскорбить ее унизить как-то ее обозвать ничего в общении со мной ни одного плохого слова применимо к Лёле не было но больше всего ее разочаровал тот факт что когда она уезжала лёля да естественно отвезла ее на повод на поезд купила ей билет, и человек подтвердил тот факт, что может приехать помочь ей еще раз. Лька ей всунула в руки конверт, поезд уже отбывал, и человек даже не обратил на это внимания. Потом, вскрыв конверт, когда Лёля, то есть человек даже не ставил на этом акцент, это я ставлю на этом акцент, когда Лёля в этом стриме сказала, что она заплатила человеку 15к, но ее работа этих денег не стоила, но Лёля заплатила. Лёля, конечно, заплатила, почему? Потому что такая сердобольная, жалостливая, и коль человек приехал, заплатить надо. Ну и вторая сторона медали, Лёля, не свои-то заплатила, тебе хомяки платили все время деньги на твоих помощниц, поэтому не звезди, платила не ты, платили хомяки. Так вот, когда человек скрыл этот конверт, никаких 15к там не было. И человек, кстати, эту тему даже не затрагивал, эту тему с этой женщиной затронула лично я, да, поинтересовалась. Так вот, в этом конверте не обнаружилось никакие 15к заявленных, там было 7 тысяч рублей ровно 7000 рублей за 15 рабочих дней то есть если ты уже платишь да так хотя бы плати достойно хотя бы действительно отдавай людям те деньги которые тебе скидывали хомяки полмесяца человек пробыл значит это 15к но лёля так заявила а по факту никаких 15к в конверте не обнаружилось и человек сказал она унизила и обидела ее именно тем что дала эти деньги Потому что она ехала туда действительно от чистого сердца. Она действительно ехала туда помогать. И никаких денег она брать не хотела. И Люлька прекрасно об этом знала, потому что иначе зачем ребята деньги упаковывать в конверт и запихивать их в руки, когда отбывает поезд? Человек мог бы изначально еще дома рассчитаться и дать зарплату. А так Лёлька подошла с позиции, мало ли что может быть, а так типа вот будут доказательства, да, то есть она не скажет уже, что я не дала денег, человек не ехал ни за какими деньгами. И когда Лёля звездит о том, какую она я потом скинула гневную смс-ку с оскорблениями, с унижением Лёли, что она ехала, да, с благословением Божьим просто помочь, это правда, но человек ее никак не оскорбил. Он просто поинтересовался, зачем ты мне, мол, дала деньги, если я ехала, да, действительно с благословением Божьим, им просто тебе помочь. Я хотела помочь, потому что много деток, и понимала, что тебе тяжело. Никто ни в какой бан Лёлю никуда не вкидывал, не закидывал и так далее. А, то есть у Лёльки есть такой момент, да, когда а, она говорит правды немножко, чуть-чуть, а потом сдабривает это все такой вот хорошей порцией а, лжи. И вот так вот, ребята, обосрать человека нужно только уметь. И я добавлю от себя, женщина, ребята, крайне позитивная, крайне приятная, абсолютно адекватный, здравомыслящий человек. Мне очень вот вообще общении с ней все понравилось. Ни одного грубого слова в адрес Лёли и ее детей не прозвучало. И женщина сказала, что поехала, потому что жаль было деток. И то время, пока она находилась там, ей тоже было очень жаль деток. Поэтому она и готова была приезжать и помогать. Она действительно верила в то, что Лёле нужно зарабатывать деньги Деньги, а постоянной помощницы нет. Но Лёлька объяснила вот такое, типа, ужасное отношение этой женщины к себе, потому что она ее не любила. Вы знаете, для меня дикость, когда неадекватная тетка требует любви незнакомых людей, чужих для тебя людей к своей персоне, то есть кто ты есть, чтобы тебя любили. Лёля действительно, видимо, мне себя такой царицей, да, такой какой-то властительницей, вот когда была у каждого, да, обязаловка, нужно любить. Вот Лёля живет по тому же принципу, что что ее нужно любить. И, конечно, привела в пример девчонок из Украины, вот этих двух помпушек сестричек-близняшек, которые у нее работали. Не помню, как их звали, но кто давно ее смотрит, понимает, о ком идет речь. А с Одесской области, которые приехали Лельке на помощь. И вот она сказала, что они работали на соточку, потому что они конкретно Лелю любили. То есть, ребята настолько сильно любили, что подмотали свои кишки и свалили от Лели намного раньше заявленного времени. Включили потеряшек, и после того, как свалили, или от Лёли, ни разу не вышли с ней на связь. Конечно, это все от большой любви. Кстати, я тогда, кто помнит мои ролики, да, кто со мной давно, я тогда говорила, что для меня удивительно уехать с Украины за 30к вдвоем батрачить на Лёлю. Потому что на то время была обязаловка не только, да, ухаживать за детьми, готовить, убирать, стирать и так далее, но помимо этого еще была и обязаловка участвовать в Лёлином э, контенте. То есть вдвоем, пойдя, да, в супермаркет, например, теми же кассирами, они бы за зарабатывали э, больше, но предположим, пусть Лёля платила не 30, а даже там 50, но все равно по факту они бы вдвоем в супермаркете на кассе заработали больше, э, чем эти 50 к, сидя дома в Украине, имея нормированный рабочий день, имея официальные выходные, оплачиваемый больничный отпуск, а они у Лёли таки попали на больничный, и Лёля денег за это не платила, и девочки лечились за свои, так вот возникает вопрос, как же они так Лёльку любили, что забили и на связь с ней больше не вышли. Ну и, конечно, Лёлька рассказала за Натаниелу, которая тоже ее очень полюбила и также ее де деток. Да так полюбила, что больше не, не рискнула к Лёльке приехать. Наверное, от большой любви. Кстати, больше Лёлька не озвучила с момента отъезда Натанеллы. Она ей подарила еще букет цветов и после этого просто пропала. Лёлька не озвучила ни одного доната именно от Натанеллы. Хотя та ранее активно давала Лёле бабоса. Действительно, вот так все приезжают, смотрят на Лёльку и понимают, как они ее любят. А на самом деле, ребята, у нее действительно травмированная кукуха, потому что человек требует и ждет любви от чужих и незнакомых людей. И Лельки действительно, наверное, не вдомек, что любить они ее не обязаны. Люди приезжают за деньги выполнять свою работу. И когда Лелька кричит, что она платит достаточно много, ребята, простите, 30к за вот эти адские условия, да ну его нахрен. На самом деле абсолютно небольшие деньги, от слова вообще и совсем, чтобы жить в, таком, в таких условиях, в которых проживают, вынуждены проживать эти люди. Но я так понимаю, что все, вот, кто приезжают за эти 30к, это действительно какие-то фанаты, которые по факту, объективно, действительно ее любят, потому что нормальный человек туда просто не сунется. Ну и далее Лёлька рассказала, что еще и кормила всех своих сотрудников бесплатно, содержала еще и платила за работу. Мне интересно, как Лёля их содержала. Ну вот, ребята, в моем понимании содержала, да, это одела, обула, накормила, купила там косметику какую-то, какой-то парфюм, какую-то одежду. Это содержание. Вот интересно посмотреть, как же их по факту содержала Лёля. А то, что ты их кормила, так прости, ты об этом заявила. То есть, если бы люди еще и питались за эти 30 касс, за свои деньги, то хрен бы вообще кто поехал. Сама заявила да, о вот таких условиях, а потом этим же и упрекает. И еще и денег дала. Лёля, уймись, денег дала не ты, денег э, дали твои хомяки, поэтому и здесь нужно смело и спокойненько выдохнуть. И вот это вот, ребята, одно из доказательств того, как Лёля себя газлайтит. Из-за вот этой помощницы, женщина волонтерши которая приезжала, Лёля долго не могла успокоиться, долго не могла прийти в себя. Она долго себя грызла, почему же человек вот так на нее отреагировал. Ну вот действительно, удивительно, да, и что самое интересное, никак на Лёлю абсолютно она не отреагировала. Она и со мной связалась исключительно для того, чтобы хотела, да, чтобы люди знали правду, и перед тем, как ехать к Лёле, Понимали, с чем они там могут столкнуться Поэтому, ребята, вот даже здесь Лёлька в очередной раз засрала человека И удивительно, как хомяки, не зная ситуации, мнения человека с другой стороны Готовы точно так же человека, не, не видя его, уже засирать Им достаточно только одного Лёлиного слова для этого Ну а я пока, ребята, буду заканчивать Продолжение, конечно, следует Всем пока, до новых встреч!